Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим радар-детектор от компании Xiaomi, моделька 1785 на 8 диапазонов, который идет. Поддерживает K, Ultra K, X, Ultra X, KA, KU диапазон, VG2 и режим лазера, который работает на 360 градусов. Вот в таком вот, в такой вот упаковке все поставляется. Сзади есть описание по функционалу, также технические характеристики. И также мы видим, что заявлено, что у нас коврик в подарок идет. Давайте это проверим. Так, сразу мы видим, здесь у нас есть инструкция. Инструкция на русском языке. И также есть гарантийный талон. Обязательно при покупке обращайте внимание, чтобы вам его заполняли. И вот наш обещанный подарок. Коврик резиновый. Очень удобная, кстати, штука. Можно использовать не только вместе с радар-детектором и просто положить очки или телефон, да и ароматизатор можно поставить. Все будет надежно закреплено. Так, вот наш радар-детектор. Вот такой вот. Ну, хочу заметить, что не маленького размера, есть и поменьше размера. Так, выполнен из пластика, есть кнопки управления, динамик, кнопка для снятия крепления на левой грани. У нас разъем для подключения провода питания, регулировка громкости, она же кнопка включения-выключения. На торце дисплей и справа подключение наушников также есть. Снизу серийный номер устройства и информация. Так, вот такого вот плана радар-детектор. Давайте далее по комплектации пройдемся. Так, здесь у нас есть крепление. Крепление есть двух видов. Это на присоске металлической основой и на вот такой вот липучке. Также есть два провода питания, которые включаются в прикуриватель 12 вольт. Один спиральный, вот такой вот, который растягивается, и один обычный, вот. Также который подключается в прикуриватель 12 вольт. Давайте подключим наш радар-детектор, посмотрим, как он работает. Вот. Безопасности. Вот такое вот голосовое сопровождение срабатывает при включении. Режим город. Приключение режимов город, трасса также здесь есть. Хочу добавить еще одно, что при покупке есть гарантия на данное устройство, она составляет 1 год.